прессуйте манижу. Так. Они не знают. Они слышали песен. Они, это маленькие дети. И мы их решили отвлечь от интернета и улицы. Это хорошо. И дали им порисовать. Итак, давайте. Что такое манижа? Это Кристина нарисовала, смотрите. Что решил? Кристине 3 года. Она решила, что манижа – это кровать и капелька дождя. Видите? Детский манеж, видимо, имеется в виду. Да? Вот манижа. Красиво. Так, вы потом выберете победителя. Хорошо. Лёва Меркулов, 5-летний. Манижа, объяснение от него. Это хорошие манеры, когда мальчики уступают место девочкам. Да ладно! А вы говорите, смотрите. При том, что мальчики видят, что к скамейке подведен ток. Дима, манижа – это радуга, на английском сказал Дима. Или жижа. Ну, вот. И, кстати, мне кажется, это абсолютная эмблема.